Сегодня 12 июня. Да. Июня. День России. Мы, как всегда, на Сибирской. С Ксюшей. Ведем свой блог. Да. Сегодня будет тема нашего разговора. Это пусевой. Мы будем искать Ксюхи парня. Если есть предложение в комментариях. Да, были бы еще там просмотры, конечно. Да, желательно высокие, но я не придирчивая сейчас. Ну хотя бы красивый. Ну хотя бы красивый. Хотя бы. А что тогда в нем должно быть? Только красивый. А что в нем должно быть, помимо красоты быть? Преданность. Еще что? Преданность мне. Поддержка. Какая? Моральная. И тортики, чтобы носилки. И денежки. Там, кстати, зачем он нас снимает? Зачем он ведет двойной блог? Я угораю. Зачем он нас снимает? Почему-то думает то, что мы какие-то знаменитости, что ли? Я не знаю. Может, реально подумал? Возможно. Увидели цель. Смотри на них. Идем к цели. Идем к цели. Увидели цель. Идем к цели. Мы взяли мороженку с Ксюшей, как всегда. И кто не помнит, это Ксюш кондитер. У тебя такая кликухтер будет. Да. И мы идем к движухе. Ну там три человека танцуют, но все равно. Мы пришли на баскетбольную площадку. Смотрим, как занимается, как играет тут баскетбол. Что-то, кого ты обманываешь, уже опять пришли. Спасибо. Да, на самом деле мы тут... Не показывает. Ты же на ПП сейчас, типа. Нет. А, на интервальном. Уже нет. Я не буду на камеру говорить ответ. Чё? Ты не можешь держаться? Нет, держаться могу, делать другом. Да? Ну ладно. Че, кисленький? Сейчас сколько. С Ксенией. Как тебе по отчеству, Ксюш? Владимировна. Владимир? Ксения Владимировна. Чили. Мы будем кушать мармелад. Ты чё там, блин? Вон сколько парней, Ксю. Их уйма. Пусть заходят и пишут мне. Насмотрю. Don't answer.
Давай, у тебя есть шанс. Да.